Так именно какой товар хотите? Мне, пожалуйста, дайте вон ту. Ага, сейчас я поищу. Сейчас поищу. Так, а ну здесь... О, нашел. Вам вот эти патроны? Да-да-да. Именно эти. Спасибо. Так, ладно. Ну, со смены я закончил. Так. Можно идти домой. Мне надо будет опять поехать на метро. Блин. Так. Вот мое метро. Метро. Оно приехало? Нет, мое метро не приехало еще. Мне нужно ехать домой. Так, пока присяду-ка я сюда. И подожду метро. Когда же оно появится? Так, а мне пока надо убедиться, я с точной стороны досел. Мидтаун. Да-да-да, вот. Мидтаун. Итак. Вот. О, мой поезд приехал. Точно. Теперь я в него сяду. Так. Залезу-ка я. Я лучше вот сюда вот присяду. Поезд начинает поездку. Юнионс. Желаем хорошей посадки. Отбой. А мне нужно... Ой. Так. Ох, блин. Покатаемся. Моя станция уже близко. Так, чё? О, вот моя станция. Detention on, please. Off and off. Выходите из поезда. А, вот моя станция. Не та. Я перепутал. Пройдите проверку на железо. Нуль обнаружено материала железа. Так. А, мне нужно домой. Скорее. Так. Мне нужно домой идти. Ай. У меня еще камера так подлагивает. Ах. Где мой дом? Он у меня в квартире под номером 4. Да. Вот квартира номер 4. Да, это мой домик. Итак, ребята, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Яблоко. Именно Apple The Leaks. Да, с вами я, Leaks. А именно под другим названием, новым названием Apple. Итак, сегодня у нас обзор города. Извините, что у меня подлагивает камера. Ну, там, подумаешь, чуточку лагает там. Ну, у меня точнее сильно лагает. Но все равно, все же. Всем привет! И сегодня у нас обзор города. Итак, давайте-ка начнем с моего дома. У меня есть тут туалет. Со спусканием внизу. У меня есть полотенце. У меня есть ванна. У меня есть раковина. Раковина и зеркало. Чтоб смотреть и все делать. Итак, давайте-ка дальше. Это мой маленький домик. Я сюда добавлю все, что мне нужно будет в будущем. Итак, сегодня у меня выходной, нету спецзаданий. А именно сегодня у нас... А именно у нас сегодня вторник, 30 число. Давайте-ка посмотрим. Я живу в таком подъездике, а именно городке. У меня это мой новый домик. На 4-м этаже, а точнее на 2-м этаже. Квартира номер 4, красный домик. Рядом с Neffensen Things.
Запоминайте, США. Итак, у нас такой слегка пустенький город. Тут редко люди гуляют. И редко особенно ездят машины. Это что у нас? Кинотеатр. Он, конечно, сегодня закрыт. Точнее, нет, это не кинотеатр. Я даже не знаю, что это такое. Но похож на кинотеатр. Давайте-ка дальше пройдемте-ка. Пройдемте-ка дальше. Road closed. Это закрытая дорога. Дальше там ничего нету. Тут ничего нету. И вот здесь просто все чинят. Эту дорогу никогда не откроют. Она пуста. Много тут опасностей случалось. Так, мой красный домик. Да, наверное, вы помните, что я там попытался жить, но там не было ни ванны, ни туалета. Мне очень это не понравилось, но была кухня. Кухню-то можно купить. Тут есть хоспитал, госпиталь США. И тут больница очень хорошая. Очень хорошая больница. Вы, наверное, помните, что на прошлом спецзадании, а точнее D4, вы, наверное, наверняка помните, как я тут встретился с моим... Он не настолько главный босс. Ну, наверное, вы помните. Тут есть лифт. Да, если что, это правда. Тут есть лифт. Я забыл, я говорил это или нет, но лифт не рабочий. Итак, ребята, давайте-ка пройдемте дальше. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут за кабинетом. И за кабинетом у нас две койки. И один диван, одна полка. Одна полка. Конечно, они, к сожалению, закрыты. Давайте-ка закроем дверь. Может быть, тут есть главврач. Я, правда, не знаю. Ну, давайте-ка посмотрим, что у нас дальше. Так, закрытая дверь. Выбивать мы ничего не будем сегодня. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть. Так, у нас тут эти всякие какие-то вещи. Давайте-ка посмотрим, как его реально. Мы вот вроде бы в этой комнате не были. Не заходили сюда, слышь ты. Опа, опачки. Опачки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут обычный врач. Точнее, заместитель главврача. А, ну понятно. Ну ладно. Итак, давайте-ка выйдем-ка отсюда. Тут есть напитки. Что-то мне пить не хочется. Давайте-ка просто уйдем из этого госпиталя. Пройдемся дальше и посмотрим, что тут как. Я в этом городе уже второй день. И я решил сегодня прогуляться и записать вам влог. Точнее, блог. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так. Тут у нас заправка. Так, заправка машин. Угу. Понятно. Так, заправка машин. Какая-то темная дорога. Southside. Давайте-ка посмотрим. Опа, тут даже есть кафе. Если мы проголодаемся, то тут есть люди. Тут есть даже бильярд. Да, тут реально есть бильярд. Блин, такое ощущение, как будто это не кафе, а бар какой-то. Это надо было называть баром. Ну, как бы выглядит как кафе. Может быть, там готовят. Так, телефонная будка. 5 центов за 10 минут. 5 центов за 10 минут. Нормальная цена. Нормальная цена. Итак, тут что у нас? Тут слегка заниженные цены. Итак, тут два двери. Две двери. Employees only. Закрыто что-то. Тут закрыли они. Нет, тут закрыто. Paypoint. А, я понял, что это. А это вроде бы туалет. Закрытый. Странно, сегодня заправка закрыта.
А светофоры работают. Итак, давайте-ка пройдемте-ка сюда. Что это у нас? Кстати, да, как его? Я недавно закончил смену по продаже патронов и также лечебных целей. У меня было несколько клиентов. Вроде бы за эту смену, за один час я обслужил 15 клиентов. А, тут просто стиралка. Переводчик. Welcome to cleaner. Добро пожаловать в химчистку. А, я так понимаю, тут химчистка. А, тут она платная, просто ставишь тут одежду. Так, и дальше она стирается. А, я понял. А, тут касса, вот куда надо платить. Так, давайте-ка заглянем, кто здесь. Так, ой, блин. Эй! Кто здесь? Стой, стоять, тут что, русский есть, что ли? Эй, я слышал! Я этот голос не понимаю. Я не понял, что, в Америке русские есть, что ли? Давайте-ка убежим отсюда. А, Government Deli. Закрыто. Это что, это частные квартиры, это нам не нужно. Давайте-ка посмотрим, что тут есть. Кстати, у меня неподалеку. А, тут это какой-то мясной магазин, кажется. Я не знаю. Да, блин, у меня транспорт в другом месте сейчас находится. Он не рядом с домом. Чуть подальше. Так, давайте-ка посмотрим. Это что, парк какой-то? Кажется, это парк какой-то. Что за парк? Блин, извините, ребята. У меня просто камера очень лагающая. Я не знаю, что с этим делать. Как бы я ни записал, у меня все видео лагающие. Камера у меня старая. Она старше, чем я. 2006 года она. А я 2008. Итак, давайте-ка уйдем из этого парка. Мне камеру эту не поменяют. Потому что сейчас камеры очень-очень дорогие. По там... По 3000 долларам. По нескольким тысяч долларам стоят они. Долларов стоит очень много. Опа. Пиццерия. Закрыто. Почему у всех смена такая закрытая? Ресторан. У всех все закрыто, но открыто. Извините, ребята, у меня очень сильно лагучая камера. Че стул тут делать? Извините их. Я его неправильно поставил. Ладно, пускай так стоит. Как будто я ничего не трогал. Хотя тут по камере могут понять. Давайте-ка уйдем отсюда. Блин, извиняюсь жестко, но у меня реально лагает камера эта. И она 2006 года, а камеры очень дорогие, а я бедный такой, у меня денег нет на большую камеру, на какую-нибудь нормальную камеру, которая хотя бы будет 60 FPS записывать. А эта камера записывает 10-5 FPS, даже может и меньше. О, а тут дверь открывается. Давайте-ка, ребята, посмотрим, что это за место. Exit, выход. Exit. Так. Это мясной магазин, кажется. Да, это мясной магазин, выход к мусору. Ну да, естественно. У всего есть выход к мусору. Тут, ой, нет, сюда нельзя. Сюда нельзя. О, это маркет, я помню. Я вчера, я вспомнил это место. Я тут покупал, как его, я вчера тут ходил и покупал еду себе. Я помню, ну почему смены нет? Легко может кто-то подойти ограбить. О, тут чоки-кола и спайты. Странно. Такое ощущение, как будто Америка здесь сама на себя санкции ввела. Ну ладно, харапиолитики и санкции. Так, что у нас дальше есть? Домик опять. Так, в домик мне не надо. Мне дома не нужны. Так, дверь какая-то. Я вижу, за стеклом что-то есть. А дверь тут закрыта. А, стоп. Стоп, тут дверь есть.
нет, она тоже закрыта. А это что за место? Регулируется с камерами. Давайте-ка, ребята, туда пролезем. Посмотрим, что там есть. Давайте-ка, ребята, идемте сюда. Пытаемся отсюда. Ой. Откроем-ка эту вещь. Давайте-ка откроем. Что это такое? Отряд какой-то. Ой. Тут что за... Извините, вас что-то беспокоит? Вы что-то тут забыли? Или еще что-то? Да, нет. Меня ничего не беспокоит. Я просто хожу и посмотреть решил. А ну ладно. Можете посмотреть. Только не хулиганьте. Ага, ладно. Это просто мусорная свалка. Однако, тут разрешено кому-то переночевывать. И это место охраняется от всяких бандосов, которые ходят и пытаются кого-то опять что-то сделать плохое. Уже уходите? Ну ладно, до свидания. Ага, до свидания, офицер. Так. Так, давайте-ка посмотрим, что еще тут есть. Ликьюторс. Так, что это такое? Тут вроде бы это... А, нет, это алкогольный магазин. Не, я алкоголь не пью, я не бухой. Я бухать не хочу. Блин, почему у меня камера такая лагущая? Лагучая. Так. Я зайду-ка сюда. Что это такое? Что за подполье? Что за подполье? Это вечеринка тут, что ли, какая-то? Кажись, тут вечеринка какая-то. Ну а всем ребятам, те, кто смотрел меня, большое спасибо. Надеюсь, вы на меня подпишетесь. И да, на моем канале стукнуло 235 подписчиков. Да, мы выросли за пару месяцев. Это очень круто. И теперь у меня каждый ролик набирает много просмотров, чем раньше. Раньше я радовался 35 просмотров, а сейчас у меня их по 100 штук на почти что каждое видео. Ну не, прям на каждое видео, но все равно спасибо за актив. Надеюсь, вы меня на меня подпишетесь. И мой ник TheLeaks, а точнее Apple Play. Надеюсь, вы на меня подпишетесь. Всем удачи, всем пока. А если вы смотрели данные ролики, извините, я забыл вам сказать... про кушание еды и пение, а точнее, пейте чая. Кушайте, смотрите ролик и пейте чай. Над каждым видео наслаждайтесь. И всем удачи, всем пока. Извините, что забыл предупредить. Да, не осуждайте за мои лаги, потому что у меня камера 2006 года. Однако у меня, что там? Цените мой труд и старания. Мой контент сразу начал становиться хорошим. Просто если бы у меня было все чуть-чуть помощнее, и чтобы мне не лагало каждый ролик, я бы записывал более получше и качественнее. Надеюсь, вы посмотрели данный ролик. Всем удачи! Всем пока! Если ты не подписался. You fool!